Сегодня что-нибудь новенькое будет, нет? Просто мы много секретов нашли, может, ты по этому поводу что-то скажешь дополнительное. В прошлый раз ты что-то пялился, пялился, потом скримеры, все, как бы. Сейчас то же самое будет, да? Ночь страшная. В модификации на Боба во Friday Night Funkin, вы же помните? О, май гад! Да, пытается меня увидеть. Пытается взломать мою веб-камеру, насколько я помню, да? Допуск к веб-камере отклонен. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Sonic EYX. Вновь он возвращается, я в него уже играл, но играю снова, потому что будем сейчас секреты и всякие паскалочки находить и все такое прочее. Но перед этим не забудьте, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и прожмите колокольчик. Итак, сейчас, ну-ка. Первая паскалка. Одной рукой зажимаем клавишу А, второй верхний слева вправо и Enter. И мы видим вот что мы видим. Смотрите, какая срань. Это размытое изображение Sonic EYX, как мне кажется, но очень-очень оно все, конечно, хреновенько, очень все темно. Нажимаем Enter, нажимаем Z. Не понял. Может быть, надо по новой запустить? Green Hill Zone! Так, ну вот эта пасхалка, конечно, немного странная. Не знаю, что это было и к чему, ну да ладно. Дальше, следующее. Мы должны умереть за Тейлза. Вот у нас три жизни, и надо, чтобы стало их не три, а ноль. Иди сюда. Да не лови ты кольцо. Вот, пожалуйста, сделай это со мной. Молодец, молодец, букашечка. И так вот несколько раз. Ой, спасибо большое. Ой, услужили, ребятки. Так, ну и последний раз. Game over. Все, игра окончена. Титька внизу болтается. Колесики вращаются эти, колечки. И замечай. Колечко, колечко, колечко. Сжимается от страха. Чечка! Скоро я вернусь. Ты, говорит, жалок. Оскорбляет меня, падла такая, представляете себе. Следующий секрет достигается следующим образом. Мы просто играем, тихо-тихо-тихо, в обычную игру за Тейлза. Бежим, в общем-то, тут до самого конца. Вот, уничтожаем их сраных крабиков, пожалуйста. Мистер и Крабсы немножко в шоке. Они такого говна не ожидали, конечно, сегодня. Слушайте, а уровень прям что-то не заканчивается. Я уже столько пропустил, уже столько вам не показал. О, наконец-то, все, мы прибыли. Sonic EYX. Я даже успел посмотреть на его первую форму, судя по всему, вот эту злобную. А дальше, смотрите, мы, по идее, должны идти за ним. Но, вот первая пасхалочка здесь, в чем заключается? Сюда идем, опа, появилось чмо. Толкается еще, представляете? Вот говно. А тут появляется другой Соник, который что-то ржет. И, в общем, целое сониковское семейство там, понимаете, ублюдочное. Вот такие вот говнюки, понимаешь ли? Вот говорят, в семье не без урода. А тут красавца нет ни одного, одни уроды в этой семье, понимаете, народились. Соник экзешный. Ведут себя отвратительно. Стоп! Возвращайся обратно. И я слушаюсь. Я беру и возвращаюсь обратно. Представляете себе? Вот вы увидели эту надпись, а это значит, что надо быть послушными лисятами, в общем-то. Встретимся со мной в начале. Так, а теперь вот я уже туда не могу. Я никуда не могу. Я просто от страха, в общем-то, скукожился и танцую своими хвостиками. Лянь, какой. 23-22. Ой-ой-ой. А может быть и не сюда, подождите. Что-то это, печальная ситуация назревает, ребята. И сюда не могу, и сюда не могу. Я никуда не могу, все, я застрял. И что же сейчас будет? Вау, замечательно. Искать решение проблемы в интернете, говорит. Решение этой проблемы я не найду, скорее всего, нигде. Это Sonic Exe-шная мразотная проблема, она нерешаема абсолютно. О, гляньте-ка. Вот я запустил игру и начали с Наклза. А я думал, сейчас по новой будет. Ну окей. Меня от тебя тошнит. Сейчас он мне будет что-то рассказывать. Он, наверное, будет говорить мне все то, что он мне говорил в прошлой серии, да? Почему? Что заставляет тебя так этим наслаждаться? Ну, Наклз, дружище, ну контент делаешь, тебя не устраивает. Мы тебе ничего не сделали. Ну как сказать, вообще сделали, много просмотров вы мне сделали, ребят, спасибо, да? Возможно, Тейлз был прав. Ты любишь видеть, как мы страдаем всеми возможными способами. Мы не заслуживаем проходить через этот ад. Чувак, у тебя... Ой. Мы не заслуживаем этого. Вместо этого ты заслуживаешь. Ты единственный, кто заслуживает всю боль. Как видите, экран начинает прыгать в разные стороны. Все это идет за тобой. Сейчас, по-моему, это не было так жутко, нет? Мне что-то кажется, что ты... Что такой страшный? Наклз! Наклз, дружок, что ж ты такой страшный-то? Хватит трястись. Хватит... Опа. Sonic Exe не смог попасть в твое интернет-соединение. Наверное, мне повезло. Наверное, мне повезло. О, опять! Опять проблема в интернете. Да и хрен такую проблему найдешь, что в интернете. Ж невозможно ни хера. Так, ну чё, поехали, чё еще?
Че еще расскажешь? Теперь это жирная жопа эгмановская тоже будет стоять, мне тут высказывать, какой я нехороший. Давай попробуем еще кое-что другое. Ну давай. Что же другое мы попробуем? О, выстроились три мушкетера, да, отлично. Это было. Это. О, нихрена у Эгмана башка что-то. А что ты так поумнел резко, раздулся? Тихо-тихо, давай немного центрируем. Не получается. Это Рэй, товарищ Рэй. Я вообще не знаю, кто это такой, я его чисто в этой игре увидел первый раз. В общем, он бежит, я ничего даже не делаю. Мне не надо ничего делать абсолютно. Как уморительно, какой ты юморист. Я не могу, прям комедий-клуб. Просто комедий-клуб ходячий, Sonic X. EUX, я прошу прощения. Слушайте, а это разве так раньше было? Вау. По-моему, это было немного не так, нет? Мне кажется, что Sonic EUX не был таким пиксельным в этот момент. Не, вот эта сцена, кажись, была. Вот эта сцена, кажись, была, и это я, кажись, помню. Смотрим, милые глазки. Какой красавчик там. Ля, какой, какие... Черные глаза, вспоминаю, умираю. Так, вот здесь вот, кстати, вот здесь вот. Сейчас у нас скучающий обычный Соник, да? Он такой стоит что-то, ножки свои топочет. Рожу свои строит, в общем-то. И топочет, и рыгочет, я не знаю. О, вылез из куста, глянь. Так, и здесь вот где-то можно побежать назад. Да, вот сейчас. Вот сейчас вот мы выпрыгиваем, смотрите, и бежим назад. И вот здесь вот бах, крабика убиваем. И пробиваем вот эту стену. Опа, и секретная жизнь. Прыг-скок, стандартно. Проходим левел, все понятно. Ты говно, слышишь? Крабья ты срань такая. Мистер Поросенок, сдохни. Ты че охренел, что все кольца все? Падла, лови кольцо, лови. Ах, блин, ух. Я вместо кольца чуть кое-что другое не поймал. Так, вот здесь, по-моему, кстати. По-моему, да, это здесь. Смотрите, здесь у нас получается секретная подводная какая-то срань, короче. Так, ну-ка, давай, стоп. Стоп, только не падаем, это важно. Смотрите, вот сюда вот допрыгнули. И смотрите, нашли тут. Ого, ой, кошмар. Видали, да? Видали эту срань? Ну, я, кстати, не уверен, что я выживу, если честно. Есть подозрение, что ни хрена. 3, 2, 1. А как наверх-то, алё? А наверх-то как? А наверх-то как там мне? Это ловушка. И все заново, разумеется. Ну ты, Соник, экзе и кидала, сволочная, конечно. Вот, смотрите, сзади летит Metal Sonic. Не знаю, можно ли это назвать секретом. Я даже не помню, замечал ли это я в прошлый раз, но решил вам продемонстрировать. Потому что летящие Metal Sonic, это тоже это редкость на самом деле. Metal Sonic каждый день не летят. Или если у тебя в городе Metal Sonic летают каждый день, можешь написать, конечно, об этом в комментариях. Да, но я тебе тогда очень завидую. Так, а вот здесь вот мы, кажется, да, здесь мы летим, значит, в бездну, глубоко и далеко. И сейчас надо бежать, правильно? Если я ничего не путаю. Алло, игра. А, плаваем, да, расслабляющие ванны. Ну, Соники, они такие, они любят расслабляться. Потому что вся жизнь сплошная беготня. Иногда надо и расслабиться. Так, хорош наблюдать. Некультурно вообще-то. Что происходит? Подождите, обижать. Вот сейчас, да, я перепутал. Так, окей. Ну, в общем, ран. Тут, в общем, проходим, останавливаемся. Там, кстати, сзади кто-то вообще торопится, нет? Ой, мама. А раньше тоже так было, не? О! Это получается глаз, а это рот? Я создал такую прекрасную семью, правда, Декарт? Но они ничто по сравнению с тобой. Ой, спасибо, так приятно. Хотя нет, неприятно, подожди. Да ей, говно из меня семья, чувак, из меня плохая семья, отстань. Отстань, иди нахуй. Я хочу тебя увидеть. Опа. Так, Sonic X, кажется, пытается меня увидеть. Он пытается взломать мою веб-камеру, насколько я помню, да? Допуск к веб-камере отклонен. Не надо! Sonic X, не надо, Sonic X, не надо. Я вообще это ужасно выгляжу сегодня, правда. Хочу тебя увидеть, а я тебя не хочу. Давай, на это, вот я тебя уже вижу, мне достаточно. Отклонен доступ к камере. Спасибо большое моим антивирусным программам. Помогли прямо от души, душевно в душу. Слава богу. Слава богу, а то какая-то тут экзешная крипипастовская сволочь хочет меня увидеть. Я стесняюсь.
Итак, мы переходим к следующей, значит, ситуации. Играем за вот этого Соника, ну, когда у нас слепой. И... Видели? Вот видели сейчас? Так, мы идем, значит, дальше вот сюда аккуратно и смотрите, что мы сейчас найдем. Опа! Вот был бы я маленький, как бы усирался, наверное. Представляете, бежишь-бежишь, и тут такой мертвый Тейлз. Раз так перед тобой. Это стрёмно, да. Ну, и здесь мы тоже можем пробить, как бы, вот эту стену. Это, в принципе, та же самая локация, только она теперь в ночном стиле таком. Так, если мы бежим обратно, мы ничего, по-моему, уже не видим, да? А если здесь вот, в ночной локации, прыгнуть вниз и попробовать туда вот доскакать, что будет? Мне просто интересно. Что, опять, что ли, игра вылетит нахрен? Я как бы не удивлюсь этому совершенно. Ну-ка, давай. Сейчас, допрыгиваем сюда, допрыгиваем. Так, что мы видим? А мы ни хрена здесь не... Здесь ничего нет. Здесь тупо ничего нет. Так, подождите. Ну, пока еще... Да не, я успею. Кислород, в принципе, не заканчивается. Кислород, в принципе, пока не... Да быстрее давай! Ну что ты такое дурил? Давай! Есть, отлично, все, выжил, нормально. Ну зато посмотрели, удовлетворили любопытство, и то радует. Вот здесь, наверное, точно, вот, смотрит красавчик. Ой ты, хочешь дружить, да, прям видно. Ой, приблизился еще ко мне. Какой у меня замечательный, прекрасный, безглазый, адский, злобный, маньячный друг. Как здорово, да? Сегодня что-нибудь новенькое будет, нет? Ну, просто мы много секретов нашли, может, ты по этому поводу что-то скажешь дополнительно. А в прошлый раз ты что-то пялился, потом, скример, и все, как бы. И сейчас то же самое будет, да? То же самое сейчас от тебя будет, да? Ну, что молчишь, козел, ну? Тебя спрашивают. Тебе вопрос задают серьезный, в самом деле. Товарищ, ну, Соник, экзе, ну. О, сейчас вылезет, да? Очень страшно. Сонику страшно, Соник обсерился, посмотрите на него. Так, а теперь, смотрите, теперь мы с вами, получается, что? Мы с вами... Можем еще раз, кстати, попробовать пройти назад, я не знаю. А, это я как бы не назад, это я как бы стартую с этого же места, только уже утром опять. Оу! Че это было? А че меня так-то по жопе там хлопнул или че? Вот это тоже, я не знаю, секрет не секрет, но... Обращаю ваше внимание на эту ситуацию. Кристалл Лейк Зон, акт 2. Че, акт 2 есть? Я уже и не помню, если честно. Мне как бы казалось, на этом типа все. О, вот сейчас внимательно. Сейчас, смотрите, он выглядывается вдаль. И вот здесь вот, если на монтаже остановить, то можно... О, видали? Видали сбоку сейчас было? Кое-что можно было увидеть. Оу! Ну все, понятно, удар под жопу. Смех безумный. Лысая башка, дай пирожка. Толстый пузик съел арбузик, как говорится. Стопит, да. Такая вот красивая, прекрасная графика открывается нашему взору. Открываем игру вновь. Мы, по-моему, сейчас играем за Тейлза, да. За Тейлза, который вообще на измене, на дикой, на лютой. Посмотрите на него, ему вообще некомфортно, конечно. У него что-то с глазами чуть-чуть. И с головой, и с хвостом один остался. Было два. И вообще совсем, у него серьезные какие-то проблемы. Так, вот здесь сейчас надо сделать поярче. Мы, значит, идем вперед, чтобы я все видел. Идем вперед. Слушаем заунывные звуки. Которые мне, знаете, что напоминают? Они мне напоминают звуки зимнего шторма из игры Max Payne 1. Если кто играл, там похожие звуки, как мне кажется. И вот здесь вот, где-то должна появиться одна наглая морда. О, смотрите, вылезла. Оп, и обратно ее так. Оп, ее так обратно, да, эту морду. И, по-моему, если я не ошибаюсь, вот в этом самом моменте... Опа-па-па-па-па-па! Пробую сейчас идти назад. Возможно, это неправильно, возможно, надо попозже, но я попробую сейчас. А, и ничего, да? Ладно, хорошо, значит, я ошибся. О! Вот, смотрите, все, морда исчезла вниз. Вот теперь идем назад, вот теперь 100% идем назад. И смотрим, что будет. Так, и, в общем, а долго? Прям вот до самого-самого начала, что ли? О! Видали? Видали? Посмотрите на это! Посмотрите на эту прелесть! Видите, какой ужас? Вообще не одобряю совершенно. И дальше я не могу идти ни назад, ни вперед. Не, подождите, я могу идти только вперед. Вообще, конечно, осуждаем такое поведение Соника EUX. Отвратительно себя ведет. Мы не одобряем совершенно вот такие вот картины, которые он тут, в общем-то, выставляет. Вот это вот омерзительное поведение. Знаете, грубый нрав его тоже не одобряем. Нрав у него так себе вообще. И вот наш Тейлз пришел. Как говорится, нашел себе на жопу приключений. Здравствуйте!
Ну чё, нашел я сегодня все твои секреты практически, Соник, EUX. Между прочим. Понятно. Ой, какая морда. Ой, какая страшная морда. Ой, как все горит. Ой, ужас. Ой, обосраться и не жить. Да это же... Ой, вообще сердечко хватает. У вас хватает? У меня хватает. Очень ужасно. Просто мы... Усекаемся все, я уверен. А это было? Он... Мы не можем с тобой взаимодействовать. Я буду тебя ждать. Да не надо меня ждать. Че меня ждать, в конце концов? Чувак, я что? Я же не этот самый, в конце концов. Я же не девочка на свидании. Я же не пенсия, которую ждут. Да? Че меня ждать? Расслабься, живи себе своей жизнью. Не надо меня ждать. И ты меня не жди, coming soon. Не надо coming soon. Чел, тебе бы к доктору. У тебя что-то голова трясется. И один глаз. И вообще ты урод. Как бы надо это исправить, я считаю. Но он поблагодарил, говорит, спасибо, что сыграл. А теперь внимание, я поставил, значит, время на 1 апреля у себя в системе. Сейчас у меня тут 1 апреля, смотрите. От тебя воняет! Музычка на заднем плане такая, божественная. О, май гад! Как это было в модификации на Боба во Friday Night Funkin, вы же помните? О, май гад! Да, в общем, на этом все, все секреты, которые знал. Нет, нет, вроде показал. Да хорош орать там, хорош орать, мы на этом заканчиваем. В общем, на этом мы заканчиваем. Вот такой вот, в общем-то, Sonic EUX, который пытался сегодня взломать мой интернет, мою веб-камеру. Много чего пытался вообще, ни хрена у него не получилось. Зато у нас получилось узнать все его секреты. Практически, наверное, я надеюсь. И, в общем, на этом мы заканчиваем. На этой оптимистичной, пердежной ноте. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.